Го, послушаем Ведьмака, ой, извините, МС Геральта. Хо-хо. Хавану заплатите чеканной монетой. Поехали. Кстати, интересно, в этой песне есть минус в интернете? Такой парик. Он 9 лет назад создал для вас канал. Я думала, он эту песню просто перепоет, а он ее еще переделал. Стендапы и песни он на нем выпускал. Такой молоденький. Сразился пьяный пес с картавым петухом. Забрал миллион. Блин, и Ларин тут классно, если честно, выглядит прям. Мне нравится, как он тут выглядит. Забрал миллионы своим клипаком. О! Классная работа. Просмотры проебал, хоть это стыд и срам. Сломал ему ёбычной ЗМС и Блэк Стар. Вообще необычно слышать от Хавана подобное исполнение. Там же обычно рэп еще в шансон. Он не так давно отдавался. Что? Я не знаю, какой глагол правильнее употребить. Напишите в комментариях, поправьте меня глупую. Ну, короче, вы поняли. А тут прям вокал. Печенью своей пожертвует он вновь. Не надо. Отдав свое сердце за вашу любовь. Хавану отплатите подпиской своею. Подпиской своею. О, вот тут он, кстати, не дотянул, он по-другому воу сделал. Хавану отплатите, а то я хуею. А тут прям горланит. Он снился ради вас. О, это не надо так делать. Не надо. Сразить онлайн батл, отъебать реперку. Ты прям... Логотип купил за 100 000 рублей. Чё? Шаверму вернул он, спасибо, еврей. Прям ода. Инстасамке всунул хер, и что? Он в ЛДПР. Я о чём-то не знала, но про ЛДПР я слышала. Хаван реально миллионер? Сесли? Офигеть. И роликов крутых еще он ебанет, стендап про какашки, кто громче рыгнет. Блин, Рустама туда надо. Хавану отплатите подпиской своею, подпиской своею. Хавану отплатите, а то я хуею. Вот эта часть клевая. Блин, круто, мне нравится. Видно, что на скорую руку сделано, потому что хромакей средний, костюмчики, но прям очень топово. Да, с Новым годом, ребят! Присоединяйся. А вот тут хромакей уже крутой, да? С Новым годом, ребята, всем будет пизда. Блин, очень топово! Мне нравится, я с 2 аков лайк поставлю, честно. За Русю не буду, это он сам решит. Я, честно, с 2 аков ставлю, подписываться не буду со 2-го канала, смысла не вижу, потому что с 1-го уже подписано. Зачем мне делать ему пустую, неактивную подписку? Чё, хочу сказать, реально топово переделано. Вот один момент он там не тянул и заменил его, тоже звучит неплохо. Необычно слышать подобное исполнение от него, и мне очень нравится, вообще круто. Хотелось бы видеть и дальше что-то подобное от него, как он переделывает какие-то подобные песни из фильмов, сериалов, мультфильмов, может быть. Кто знает, это же Хаван, может быть, сделает. Вот это очень топовый формат, на самом деле. Блин, зачет. И поздравление, еще такое оригинальное, на самом деле, получилось.